Привет, дорогие друзья! С вами снова Догмама Аня и мои собачки Чихуа Софи и Эйвен. Недавно на нашем канале и на моем канале Animagic вышло видео о том, как мы пробовали собачью еду. И первая реакция Софи и Эйвена на еду, которую они никогда в жизни не ели. Но так как наш канал не только про собак, но и про других домашних питомцев, сегодня мы решили сделать еще один эксперимент. Попробовать кошачью еду. Почитаем состав, посмотрим, что это за еда, как она выглядит и какая она на вкус. А также мы увидим их реакцию. Я дам Софи и Эйвену не то, чтобы попробовать и поесть эту еду, потому что, как вы знаете, кошачьей едой кормить собак нельзя. Это противопоказано, запомните себе на всю оставшуюся жизнь. Но я дам им понюхать, по крайней мере, ее, и пусть они нам покажут, какой кошачий корм они бы выбрали из тех, что у меня сегодня есть. Ну что ж, поехали! Кстати, вчера вечером на канале Animagic вышло еще одно видео, как я с закрытыми глазами выбирала самый вкусный собачий корм. Эйвен, мне кажется, или ты ешь вискас? Нет, мам, конечно, тебе кажется. Нельзя так делать. Да я только понюхал. В нашей большой семье животных также есть еще три котика, маленький антибиотик и Чейз, и также еще кошечка Блюз. Они, конечно же, не едят этот корм, и вашим бы кошкам я тоже его не посоветовала, и котикам. Состав вискаса. Мясо и субпродукты, в том числе курица минимум 20% и индейка минимум 6%. И если что, это паштет из курицы и индейки. Таурин, витамины, минеральные вещества. Больше как бы якобы здесь ничего нет. Но я думаю, что как и в собачьих кормах, если корм состоит из субпродуктов, то по большей части здесь, наверное, субпродукты, а не настоящее мясо. Вот так вот, как настоящий паштет с желе выглядит вискас. Ребят, я вам не предлагаю, потому что это кошачий корм. А вот мамочка сейчас... Жаль, что нам нельзя кошачий корм. Я не буду смотреть, как ты это делаешь. Надеюсь, это мой последний опыт пробования кормов. Вкус больше похож на печенку. Паштет действительно очень мягкий, слизкий. Но на самом деле все не так уж и плохо. Правда, попадаются какие-то странные твердые кусочки, похожие на кости. Это, видимо, остатки субпродуктов. Состав корма Фрискис. Мясо и продукты переработки мяса. Продукты переработки мяса – это те же субпродукты, из которых говядины всего 4%, в целом 26% всего 4, хотя цена у них практически одинаковая. Злаки, которые, кстати, отсутствуют в вискасе, минеральные вещества и снова сахара, как и в собачьей пурине, кстати, фрискас – это та же пурина, и витамины. Сегодня на наш обед у нас говядина в подливе. Рискуем! Ну что, мам, вкусно же, правда? Ну как, мам, да? Софиш, тебе не понравится. Да? Думаешь? Ну, а вдруг? Очень жирно и невкусно. С более приятным запахом, чем у собачьего. И похожей структурой. И снова попадаются эти косточки. Он гораздо слаще, чем паштет из вискаса. Феликс, в состав которого входит мясо и продукты переработки из мяса, в том числе курица, 4%. Аналогично фрискису. Экстракт растительного белка, который, в принципе, на самом деле не нужен кошкам. Овощи. Логично, потому что у нас здесь курица с желе. С морковкой. Рыба и продукты переработки рыбы. Минеральные вещества, опять же, различные сахара, которые не нужны. Красители, которых, кстати, нет во фрискасе и вискасе. Аминокислоты, загустители и витамины. Состав Феликса гораздо хуже, чем фрискаса и вискаса. Вот такой не очень приятный вид. Обратите внимание, насколько курица похожа на сою. Но мы ведь не знаем, что в остальных 96%. Запах у него сильно рыбный, очень специфический рыбный запах. Ты тоже, Софиш, чувствуешь? Ага, да? Чувствую. Можно сказать, даже неплохо пахнет. А на вкус как, мам? Вкусно же, да? Вкуса курицы и вкуса моркови абсолютно нет. Очень неприятный, горьковатый привкус. Во рту у меня рыба, а сама структура мяса больше похожа на сою. Самый дешевый корм из этой линейки кормов, представленных в супермаркетах, это корм Кэти. Вы, наверное, предполагаете, сколько стоит лосось и форель. И очень странно, что корм с лососем и форелью настоящими стоит дешевле, чем все остальные корма, и в том числе корм из более дешевой курицы. Рыба и рыбные субпродукты. В том числе лосось не менее 4% и форель не менее 4%. Везде, когда пишут не менее, это столько процентов на самом деле. 4% лосося и 4% форели. Все остальные 92% рыбы приходятся на какую-то другую рыбу. И скорее всего даже не на саму рыбу, а на ее
остатки мяса, мясные субпродукты, куриный фарш, злаки, протеины животного происхождения, витаминно-минеральный комплекс для кошек и, опять же, как и в вискосе, таурин, по поводу которого очень многие ученые до сих пор спорят. Интересненько пахнет это кошачьей еда. Ты очень заинтересовал, Кэти, я смотрю, да? Ну, я бы, если честно, тоже хотела попробовать. Ну, собакам нельзя кошачий корм. Очень жаль. Ну, ясно, мам. Я поняла. Я просто смотрю. Просто посмотрю. Я вам дам обязательно понюхать еще раз. Ну, ладно, хорошо, буду ждать. Это самый неприятный вкус из всех. Обратите внимание на кусочек, который делится на два цвета. Красный и какой-то зеленоватый. Мы проведем небольшой эксперимент. И мы посмотрим, что выберут Софи и Эйвен по запаху и по виду. Софи, вискас или прискас? Конечно, вискас, мам. Есть нельзя, Софиш, только ладно, выбрать. Ладно, хорошо. Софиш, Феликс или Кэти? Не знаю, даже, ну, наверное, Феликс, оранжевенький. Твое мнение с моим не совпало. Кушать нельзя. Да, мам, кушать прости, нельзя. Хочется. Феликс или вискас? Вискас, конечно. Вискас все-таки, нет? Есть да, нельзя. Да, я все время забываю, мам. Вискас или прискас? Вискас. Однозначно вискас, да? Феликс или Кэти? Феликс. Прям как Софиша. Феликс или вискас? Вискас. Однозначно вискас. А еще мы продолжаем подписчикам моего второго канала делать сигны. Все сигны вы можете найти в наших группах ВКонтакте. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, на наш Инстаграм. Любите своих питомцев и будет вам счастье. Эйвен, как ты думаешь, что мама сделает дальше с кошачьими кормами? Не знаю, видишь, она их складывает обратно, наверное, отдаст кошкам на улице. Так все-таки будет правильнее разным их покушать. Нельзя! Пусть хотя бы кошечки покушают, да? Эйвен, а ты бы хотел быть кошкой когда-нибудь? А ты, София, хотела бы быть кошкой? Вряд ли у меня получилось бы, это же надо целый день лежать или есть, или играть. А мы чем-то другим занимаемся. Ну ты, Эйвен, может и нет, а я вот занимаюсь. Я бы был хорошим котом, да? Ага, да, коты же все ленивые, как ты. София, может, я кот тогда? Не говори глупости. Я понял, я кот. Нет, такого не может быть, Эйвен. Точно, я кот. Боже, Эйвен. Я кот. Ладно, ладно, ты кот. Кот. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь нам комментарий. А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще. Ой.